Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Vivo Y16. И сейчас мы вместе с вами будем первый раз настраивать это устройство. Итак, для начала мы выбираем язык и регион. Я выбираю русский. Нажимаем «Начать». И нажимаем, выбираем наше местоположение, нажимаем «Далее». Здесь нам нужно принять условия, соглашения и поставить галочки везде, где это обязательно нужно сделать. И нажимаем «Далее». Дальше мы можем подключиться к Wi-Fi. Ой, не то. Это не обязательно, но желательно. Подключаемся. Здесь нажимаем «Не копировать». Далее мы можем войти в Google аккаунт. Для начала вводим телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее». И вводим пароль. И нажимаем «Далее». Выбираем, кто будет пользоваться устройством, и нажимаем «Далее». Здесь мы принимаем. Нажимаем «Ок», нажимаем «Еще, еще, принять». Тут мы выбираем поисковую систему, тут достаточно большой выбор. Я выбираю Google. Тут мы можем установить способ разблокировки экрана, добавить пароль, отпечатки пальцев, лицо. Но можем также сделать это позже, поэтому можем нажать «Пропустить». Здесь мы можем либо продолжить настройку, либо выйти и завершить позже. Можем, я нажму «Продолжить», чтобы хотя бы посмотреть, что вообще тут у нас есть. Тут мы можем настроить ассистента, если вы им пользуетесь. Если нет, нажимаем «Пропустить». И пропустить. Также мы можем подключить Google Pay, добавив карту. Можем еще добавить один аккаунт, изменить размер шрифта, дополнительные приложения. Нажимаем «Нет, спасибо», если ничего не хотим из этого делать. Нажимаем «Далее». Выбираем способ навигации. Кнопочки или жесты. Я выбираю жесты. Можно их также выучить. Там есть кнопочка «Выучить жесты». И нажимаем «Использовать». И таким образом наше устройство готово к работе. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал.